да, за счет того, что вот, развивающиеся предприятия. Вот я недавно был в Калининградской области, там в Немане, да, в общем, сейчас уже забыл даже, как он называется, там рядом Темрюк, да. Там вот предприниматель приехал, выяснил, что, оказывается, свой телевизор появился в Телезите, к моему удивлению. И после этого выяснилось, что его в Новой России не делали никогда. Его делали только в Литве, да, в соседей. Вот сейчас предприниматель там наладил производство, сыроварню, сыродельню, и на эти же деньги, какое-то количество клонов пытается восстановить древний замок. Что тоже вот не может не вызывать уважения, мне кажется. И каждый из сельхозпроизводителей, который что-то затевает, особенно если он приезжает на чужую территорию, где он там раньше не был, он должен, по-моему, уделять этому очень большое внимание, чтобы еще и имидж как бы появился. Безусловно. А смотрите, на самом деле так и есть. Вот фермеры, которые живут на сельских территориях, да, это такой, средний класс, да, это люди, которые уже каким-то серьезным бизнесом занимаются достаточно, они, как правило, все занимаются социальными вопросами. Либо дорогу ремонтируют, либо крышу школы, либо кран устанавливают, да, либо спортивную площадку делают, либо еще что-то. И они это делают, во-первых, по веянию души, да, потому что это люди определенные, там, духовные, в том числе, уровня, но они делают это для того, абсолютно, чтобы жить в социуме, чтобы им там было комфортно, не только и детям, а чтобы к ним относились хорошо те люди, которые есть. Тогда им будет, тогда у них будет какое-то социальное благополучие. И взаимопонимание. Да, и какое-то доверие, потому что это тоже очень важно. Ведь если один человек, там у него в итоге стар земли коровы, и он там может позволить себе какие-то на машине на хорошие поехать, да, то, естественно, это может вызывать негатив у сельского населения, которое близко не может к этому уровню подвести. Как поначалу, да, был, помните, даже анекдот был такой, а что вы отмечаете всей деревне? А у соседа фермер коровы. Элемент каждой шутки есть доля шутки, поэтому фермеры, они, как правило, эту среду создают. Но кроме того, у нас сейчас программа комплекса развития сельских территорий, конечно, наверное, средств не хватает, но тем не менее, какая-то работа в этом направлении ведется. Потом есть трактирская ипотека, когда можно на льготных условиях там дом построить или там жилье приобрести. То есть начинания какие-то есть. Конечно, если увеличить средства в 10-20 раз, 100 раз, то, наверное, мы проблемы решим быстрее и лучше. Но мы все понимаем, что у нас есть ограничения бюджета. Кстати, вот сегодня, по-моему, правительство согласовало проект бюджета на следующие 3 года, и вот в 2023 году на меры поддержки по созданию, по направлению создания системы поддержки бизнеса и сельскохозяйственной кооперации предусмотрено увеличение средств почти на 3 миллиарда. Но, правда, это в 2023 году. Тем не менее... Доживем, я думаю. Доживем, да, не так, чтобы все осталось. Главное, чтобы действительно эти средства... Тут вот вопрос абсолютно болезненный. Как к нему сейчас не относись, к Владимиру Ильичу, но надо будет учета контроля этих средств. Потому что участковые сами знают, что средства выделяются, они эффективно расходуются или вообще как бы в песок. Вы знаете, тут как бы я, знаете, не совсем с вами соглашусь, потому что, например, берем мы начинающих фермеров, да, вот типа, которые могут заняться сыром в небольшом объеме, там небольшое количество коров, как раз в первом году на это направление, на развитие стартапов и кооперативов, порядка 5 миллиардов выделено. 1200 как в Сербии, России, гранты делают. Конечно, для России это немного, да? Но это в любом случае отработка каких-то типовых проектов, позитивных случаев. Это все равно популяризация, и это, безусловно, хорошее направление. Ольга Владимировна, а вот эти выделенные деньги, они расходуются? Вот сейчас уже скоро это конец уже года будет. Они адресно-то доходят для тех, кто действительно хочет в эту маленькую страну? Ой, тут такая жесткая система проверки, вы себе не представляете. У нас программа поддержки, вот эти гранты в 2012 году начались, тогда было проще. Сейчас копейка не уйдет на сторону, то есть везде все проверяется. Нет, дело не в том, что на сторону, а востребованность-то есть? Все эти 5 миллионов или миллиардов разобрали, что там у вас какие-то? Вы знаете, если смотреть честно, у нас, конечно, конкурс, который превышает те финансовые ресурсы, которые есть. Мы можем называть разные цифры. 3 человека на место, 5 человек, 10, 15, да, в регионах это разная цифра. Но я про другое говорю. Во-первых, денег средств недостаточно. Но настолько жесткий контроль, что иногда фермерам приходится возвращать ресурсы, когда они вовремя не успели потратить там 30 рублей и заставляют возвращать 3 миллиона. То есть я бы наоборот меры контроля делала бы более оптимальной, чтобы на комиссиях могли проекты рассказывать, могли принять почему. Есть еще пчел, нужно помочь фермерам. Большое спасибо, Ольга Владимировна, ваш вице-президент Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооператив России.
Алексей была сегодня с нами. Борис Петухов, Наталья Стемнева. Мы с вами не прощаемся. До встречи в выпуске новостей. Следующий уже в рамках разного времени. Сегодня много интересных материалов. Так что никуда не уходите. Налейте себе чаю и садитесь у приемников, чтобы послушать. До встречи. Что-то мне напоминает ситуацию, когда я так вот поехал в объезд, не просто вот слегка объехал, а повернул направо и уперся бог знает куда. Стоял маячок, ну и Валентин мне звонит, он отслеживал. Говорит, куда поехал? Я говорю, да вот, говорю, поехал в объезд, не могу это найти выхода, смеется. И вот он меня из Москвы, как штурман, выводил опять на трассу Амур. Но это было давно. Вот это место, по-моему, было. По каким-то деревням, по каким-то закоулкам. Петляя, по-моему, сейчас
проехали тот участок, где автомобиль вышел на трассу. Но проехал я там немеренные километры количества. Красивый край. Уссурийск. Завораживающая красота слева по ходу.
Петровске. Ясная погода была утром, солнце задолбало. Сейчас густая облачность. Освещенность равномерная. Yeah.
температура 15, класс нужна.
развили какую-то. Покрышка. В боковой камере деревья скрывают горы. Так, промелькнет что-то и все. Хороший видовой фильм можно сделать здесь, квадрокоптером.
эстакада над железной дорогой.
это дождь был. Где этот тигр, Тимур? Уссурийский край, леса, где он? Или козел был Тимур? Что ли? Наверное. Панику навели, блин. Своим скоплением. Yeah.